Короче, сейчас сделаю мульт. Выйдет он не совсем скоро. Потому что я на нем хочу постараться. Вот вы сейчас видите кадры, которые, по крайней мере, не содержат в себе спойлеров. Это только начало. То есть вы видите, то, что вот сперва сделаю анимацию, чтобы не подумали то, что я скачал. Вот, давайте я вам вот напишу, чтобы вы точно убедились, что это мульт. Вот это точно я. Если думаете, то, что я монтажер, то как вы объясните вот это? Думаете, тоже монтажер? Нет, это все я делаю. Это я мультатор. Ну, может быть, вы еще думаете, то, что на самом деле я нашел какой-то канал под названием мультатор. И теперь еще я скачиваю его видео, то, что он делает. И снимаю видео, типа я мультатор. Но нет, я правда мультатор. Хотите верьте, хотите нет. Но это я. То есть, может быть, тоже кто-то будет думать. Ну, это правда мой оригинальный канал. Сначала он назывался, вот прям в самом начале, Эндер Кирилл, который, ну, которым вообще подписчиков не было. Я даже там толком ничего не снимал. Потом я собирался создавать канал на аккаунте Кир Кошечкин. И понял, что у меня, оказывается, есть канал. Я его полностью изменил. И он начал называться «Мульт от Кирилла». Ну, дальше... я у себя в блокноте в совсем старом увидел надпись «Мультатор». Только он полностью по-другому назывался. Ну, так как в Ютубе там обычно две строчки. Надписать типа «Фамилия», «Имя» и «Фамилия». Поэтому мне пришлось немного его подизменить. Так он выглядит по-другому. Он выглядит примерно... Вот, мультатор. То есть в оригинале он выглядит вот так. То есть вот так, то есть... Вот, это пока. Вот я вам показал над тем, чем я сейчас работаю.